Ты глупый, что ли? Хвостом зацепил этот кабель. Простите. Хочешь, я тебя покажу ребятам? Иди сюда. Мою сонную кошку. Вот она, моя кошка. Чего он током бьет все время? Кошечка моя. Главное вовремя к врачу пойти. Да, спасибо. О, спасибо. Сохраняйся через простик. Так, значит, вот что получается. Я взяла один прожектор, сейчас я его отнесу. То есть мне нужно еще один найти. Мне нужно найти еще один. Ладно, отнесу пока этот. А, нет, мне еще один не надо, я своим фонариком буду светить. Так, и последнее я сама буду светить. Получился ангел, дверь открылась. Супер. Статическое электричество, ну да. Не знаю, я, может быть, очень медленно прохожу, но мне нравится, что так долго получается. Такое освещение здоровское. Теперь твое место здесь, с нами. Ага. Ух ты, какая маска огромная, ничего себе. Что? Чего? Прости, не мешай играть. Уютный стрим, спасибо. Стараемся. Ну, я вообще стримлю так, как я бы играла, ну, и без стрима, то есть... А, вон сохранёнка, кстати. Просто, ну, кому не нравится, идите, смотрите GTA, чё. Никого не держу, тут мои друзья обычно приходят, и... Мы очень даже неплохо стримим. Не всем такое нравится. О, мне дали достижение. Я записки все обязательно прочитаю, только попозже. Даже сейчас тебе сложно говорить, я тебя понимаю. Миш, спасибо. Ну... У меня уже неделю, где-то даже больше уже эти лимфоузлы, я уже привыкла, в принципе, с ними даже разговаривать. Чего-то за куча трупов. Ужас какой-то. Так, чё, куда дальше? Отсюда я, по-моему, пришла вообще-то. Нет? Нет, нифига. Угу. Они идут на звук колокола. Вот оно что. Они вообще, по-моему, на любой звук идут, нет? Пожалуйста,
Еще подвинул. Обожаю такие моменты. Так, начинается. Короче, надо их всех как-то обойти. Я думала, это Катапина. Мяукает, как Фростик. Так это и есть Фростик, да, он у меня болтливый. Он любит поговорить. Я думала, ты кота пинаешь. Что за бред? Он просто сидит, смотрит на меня и начинает мяукать. Ой. Не, его не надо для этого пинать. Так, что за дела? Зачем мне этот закуток? Уйди, чудо-юдо. Вообще, конечно, отсутствие любого пистолета, оно просто вообще напрягает. Ладно, для разнообразия можно и умереть. Hey, how are you? I'm fine, thank you. Двигай скрыт, вы можете тихо. Ладно. Так, а зачем мне вообще туда идти? Мне не нравится это место. Тут что? Вау! Называется 1000 способов умереть, блин, по-разному. Понятно, туда не надо идти, сюда не надо идти. А куда идти? Прямо? Пойдем прямо. Сзади, главное, их убивать тоже нельзя. Это смущает. Ого, они кого-то едят. Да ё! Да блин, а как вы меня-то заметили? Глазастые мои друзья. Кинули же туда бутылку. По-моему, враг хочет тебя сзади укусить. Фон прозрачный. Это надо повесить зеленую тряпку сзади себя или синюю. И включить специальный режим, это на PS4. Вот, а как это сделать, например? Как-то через компьютер или там на PlayStation 3 или как-то так, я не знаю. Давайте попробуем их заманить. Может быть, они здесь провалятся? Так, один точно провалится. Это сработало. Отлично. Одного я убила. Так, дальше что делать? Больше я таких замечательных ловушек не вижу.
Ну, валите оттуда, ну. Это была моя единственная бутылка. Вот уроды! Блин, бутылку пришлось профукать. Ладно, блин. Попробую еще раз здесь пройти. Не зря же мне этот путь дают. О, еще одна бутылка есть. Да, сзади топориком я люблю. Я видел на ютубе монтаж всех возможных смертей. У Грета видео на час было. Здорово. Поработали, значит. Это именно DLC ты имеешь в виду такое придуманное? Блин, ну что с ним делать-то? Взяла бутылку с вином, что теперь с ним делать? Может, этих еще раз сюда можно заманить? Может, они сами сюда попадают? Не идет никто. Один только повелся. Заруб, привет. You make me wish I knew how to speak Russian. Ошибись тебе. Ладно. Все равно надо как-то заманить. Например, сюда. Тупые животные. Что ж, мне бы еще бутылочку бы где-нибудь надо быть, а? Было бы неплохо. Вау. С факелом. О, топор. Нет, 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 тебе показалось. Нет. Нет. Топорик. Просто. Так, 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 давайте план продумаем. Надо понять, как он ходит. Ого, хитрый. Хитрый-то такой. А факел можно взять? Нет, конечно. Yes. Медленно, наверное. Я прошла эту задницу. О! Сюда у меня вино, сказала Люся. А, за Себастьяном. Давай, Дима, радиатор, спокойной ночи. Засыпай под меня. Не самый плохой вариант. Тот самый колокол, он отвлечет внимание от ворот. Ну что, мне надо в него что-то кинуть, что ли, в этот колокол? Или выстрелить даже?